Пред христианином сияет вечно даль и видится вечный подвиг. Он, как юноша, алчит жизненной битвы. Ему есть с чем воевать и где подвязаться, потому что взгляд его на самого себя, беспрестанно просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми нужно производить новые битвы. Вот причина, почему христианин тогда идет вперед, когда другие назад, и от чего становится он чем дальше, тем умнее. Николай Васильевич Говорившись с тем и другим, задал он всем попойку, и хмельные казаки в числе нескольких человек повалили прямо на площадь, где стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор нараду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у Долбыша, они схватили по полену в руки и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал Долбыш, высокий человек с одним только глазом, несмотря, однако ж, на то, страшно заспанный. «Кто смеет бить в литавры?» – закричал он. «Молчи, возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велят», – отвечали подгулявшие старшины. Долбыш вынул тотчас же из кармана палки, которые он взял с собою, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули. И скоро на площадь, как шмели, стали собираться черные кучи запорожцев. Все собрались в кружок, и после третьего боя показались, наконец, старшины. Кошевой с палицей в руке, знаком своего достоинства, судья с восковою печатью, писарь с чернильницей и Исаул с жезлом. Кошевой и старшины сняли шапки и раскланялись на все стороны казакам, которые гордо стояли, подпершись руками в бока. Что значит это собрание? Чего хотите, панове? Сказал кошевой. Брань ни крики не дали ему говорить. Клади палицу! Клади, чертов сын, сей же палицу! Не хотим тебя больше! Кричали из толпы казаки. Некоторые из трезвых куреней хотели, как казалось, противиться, но куреньи, пьяные и трезвые, пошли на кулаки. Крик и шум сделались общими. Кошевой хотел было говорить, но зная, что разъярившаяся своевольная толпа может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случаях, поклонился очень низко, положил палицу и скрылся в толпе. «Прикажете, панове, и нам положить знаки достоинства», – сказали судья, писарь и Исаул, и готовились тут же положить чернильницу, войсковую печать и жезл. «Нет, вы оставайтесь», – закричали из толпы. «Нам нужно было только прогнать кошевого, потому что он баба, а нам нужно человека в кошевые». «Кого же выберете теперь в кошевые?» – сказали старшины. «Кукубенко выбрать!» – кричала часть. «Не хотим Кукубенко!» – кричала другая. «Рано ему еще, молоко на губах не обсохло!» «Шило! Пусть будет атаманом! Шило!» – кричали одни. «Шило посадить в кошевые!» «В спину тебе шило!» – кричала бранью толпа. «Что он за казак, когда проворовался, собачий сын, как татарин? К черту в мешок пьяницу шило! Бородатого, бородатого посадите в кошевые! Не хотим бородатого, к нечистой матери бородатому! Кирдягу
«Кричите, кирдягу!» – шептал Тарас Бульба некоторым. «Кирдягу!» – кричала толпа. «Бородатого, бородатого! Кирдягу, кирдягу! Шила! К черту с шилом! Кирдягу!» Все кандидаты, услышавши произнесенные свои имена, тотчас же вышли из толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личным участием своим в избрании. «Кирдягу! Кирдягу!» – раздалось сильнее прочих. «Бородатого!» Дело принялись доказывать кулаками. И кирдяга восторжествовал. «Ступайте за кирдягою!» – закричали. Человек 10 казаков отделились тут же из толпы. Некоторые из них едва держались на ногах до того, успели нагрузиться и отправились прямо к кирдяге объявить ему о его избрании. Кирдяга, хотя престарелый, но умный казак, давно уже сидел в своем курене и как будто бы не ведал ни о чем происходившем. «А что по-новой, что вам нужно?» – спросил он. «Иди, тебя выбрали в кошевые!» «Помилосердствуйте, панове», – сказал кирдяга. «Где мне быть достойну такой чести? Ну, где мне быть кошевым? Да у меня и разума не хватит к определению такой должности. Будто уже никого лучше не нашлось, будто уже никого лучше не нашлось в целом войске. Ступай же, говорят тебе», – кричали запорожцы. Двое из них схватили его под руки, и как он не упирался ногами, он был, наконец, притащен на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиванием сзади кулаками, пинками и угощениями. «Не пялься же, чертов сын! Принимай же честь, собака, когда тебе дают ее!» Таким образом был кирдяга введен в казачий круг. Провозгласили во весь народ, приведшие его. «Согласны ли вы, чтобы сей казак был у нас кошевым?» «Все согласны!» – закричала толпа, и от крику долго гремело все поле. Один из старшин взял палицу и поднес ее новоизбранному кошевому. Кирдяга по обычаю тотчас же отказался. Старшина поднес в другой раз. Кирдяга отказался и в другой раз. И потом уже за третьим разом взял палицу. Ободрительный крик раздался по всей толпе, и вновь далеко загудело от казацкого крика все поле. Тогда выступило из середины народа четверо самых старых и седоусых, и седочупринных казаков, слишком старых, не было на Сечи, ибо никто из запорожцев не умирал своей смертью. И взявший каждый в руки земли, которая на ту пору от бывшего дождя растворилась в грязь, положили ее ему на голову.
стекла с головы его мокрая земля, потекла по усам, по щекам, и все лицо замазало ему грязью. Но Кирдяга стоял, не сдвинувшись, и благодарил казаков за оказанную честь. Таким образом кончилось шумное избрание, которому неизвестно, были ли так рады другие, как рад был Бульба. Этим он отмстил прежнему кошевому, к тому же Кирдяга был старый его товарищ и бывал с ним в одних и тех же сухопутных и морских походах, деля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбрелась тут же праздновать избрание, и поднялась гульня, какой еще не видывали дотоле Остап и Андрей. Винные шинки были разбиты, мед, горилка и пиво забирались просто, без денег. Шинкари были уже рады и тому, что сами остались целы. Вся ночь прошла в криках и песнях, славивших подвиги, и взошедший месяц долго еще видел толпы музыкантов, проходивших по улицам с бандурами, турбанами, круглыми балалайками и церковных песенников, которых держали на сечи для пения в церкви и для восхваления запорожских дел. Наконец, хмель и утомление стали одолевать крепкие головы, и видно было, как то там, то в другом месте падал на землю казак. Как товарищ, обнявший товарища, расчувствовавшись и даже заплакавший, валился вместе с ним. Там гульбою улеглась целая куча, там выбирал иной, как бы получше ему улечься, и лег прямо на деревянную колоду. Последний, который был покрепче, еще выводил какие-то бессвязные речи. И, наконец, и того подкосила хмельная сила, и тот повалился, и заснула вся сеча. Заплачет люлей, люлей мой казаче, котки два, шари-бури обидва. Люлей, люлей мой Иванка, завтра утром с позаранку саблю ты прицепишь к боку и поедешь в мир широкий, а в воротах конь споткнется, сын домой уж не вернется. Котки два, шари-бури обидва.